книг, любитель книг, ловкач игрок, жизнь между строк. И потому открыт ему незримый путь в любую суть. Танец лобного гения на страницах произведения. Эта игра без сомнения обреченных ждет поражение. За час прочтет он вас. Он волен взять и поменять строку и с ней смысл темы всей. Танец лобного гения на страницах произведения. Это игра без сомнений. Обреченный ждет поражение.
Икая ночлега попросил, с улыбкой добродушной старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Путь как дома, путники, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом, и стик сидел напротив, болтал о том о сём, что не среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Путь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. И вот среди ночи завыли под окном, старик заулыбался и вдруг покинул дом, но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем прядью в лес. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. We'll be right back.